Хроники карантина, часть вторая. Продолжается у нас карантин в Киеве. Вчера обещали, что будут пускать, ну, хотели ввести такое, по 10 человек в магазин. Не в магазин, а по одному человеку на 10 квадратных метров площади магазина. Не знаю, я в магазин не ходил ни вчера, ни сегодня еще, но... Очередей я не вижу возле нашего маркета. Народ как выходил с торбами, так и выходит, в принципе. Все, заходят, выходят, то есть ажиотажа, паники нет. Похолодало дико. Снежок даже лежит местами после ночи. Ночью очень холодно было. Вчера смотрел фильм, всем рекомендую, называется «Заражение». А с этим актером, который в «Матрице» такой большой чернокожий был, как он там, не помню его фамилию, который пилюли предлагал этому. Вот. Классный фильм. Очень такой в тему нашей ситуации. Ну, как видите, все работает, все ездит. Вторник. Ходят люди, половина опять же без масок. То есть, ну, народ... Как-то не проникся еще, не знаю. Может быть, ждут, когда начнем пачками мрать. Но просто тогда уже будет поздно, я так думаю. Когда мор начнется. А он начнется. В Италии умирают пачками. А у нас медицина такая, что мы уже сами не спасемся. Поэтому нам тут или перебздеть надо. Но не добздеть нам никак нельзя. Такие дела. Вот. Тоже человек без маски. Хотел свои абрикосы высадить. У меня тут 5 абрикос. Растет саженцы. Ну, блин, с этими похолоданиями какие абрикосы? Куда их высаживать? Померзнут нафиг и все. Вот такие вот. Ладно, до связи.